счета шайбы. И Владислав Фирстов наконец-то, это его первый гол в КХЛ, к которому он давно шел. И только сегодня состоялся. Торпедовцы выигрывают вбрасывание. Сразу же идут вперед. Бросок по воротам. Ну и дальше Фирстов сам бросил. Подбор шайбы оказался за Ларионовым. И дальше опять передача с неудобной руки доходит до Фирстова. И тот своим броском делает счет в этой встрече 4-0. Девятая игра для 10 номера. И теперь у него гол плюс две передачи. Потрясающий бросок в дальнюю девятку. Вот его эмоции. Но поверьте, этот гол он, наверное, должен был забить гораздо раньше. Потому что как хорош Фирстов был в предыдущих матчах. Сколько от него угроз чужим воротам. Сколько активности, какая скорость.